Инвалиды. Мы в Чечне. 2 минуты назад были в Дагестане на рынке в Хасавюрте. На улице дымка. Ну, Грозный 58, Владикавказ 183. Ну вот дорога в Грозный. В Чечне просто на каких-то задворках. Просто хочу показать широта улиц, дома, ворота. Это не центральная улица. Вот. Такие вот. Офигеть, какие богатые дома. Тут стройки. Здесь налево, да? Прямо? Пошел вообще на красный, глянь. Это как это? Приготовьтесь, через 300 метров возьмите правее, через 200 метров возьмите правее. Челойский район. Челой. Прямо это, да? Да, Миш. Возьмите правее. Продолжайте движение. 24 километра. Уже закладывает. Не знаю, на какой мы высоте, но... осталось то, что оборонительное условно на дороге, это дорога на центрой родовое Кадыровых. Это что? Поэтому, видимо, когда Кадыров собирается, то берется под усиленную охрану.
Грозном. Круговое движение. Второй съезд. Вот такой вот глобус. Просто номер какой у нас. Это мы в Грозном. Да, просто к тому, что тут парчевые стулья, стол, холодильник. Угу. Ну, в центре. Шторы, конечно, шикарные. Ну, вот. Такой этот и большой номер. Тут кабина, просторно, здорово, поживем здесь еще. Какая по счету у нас гостиница? Шестая, наверное. Шестая вроде.